Центральная избирательная комиссия сегодня во второй половине дня, по всей видимости, утвердит окончательные итоги выборов в 12-й Сейм. Напомню, больше всего мест по итогам выборов получило согласие. 24 мандата, у Единства в новом Сейме будет 23 депутата, у Союза зеленых и крестьян 21. У Национального объединения 17, Латвийское объединение регионов получило 8 депутатских мандатов, а партия Носвирдс Латвия 7. Полиция безопасности в настоящее время расследует 7 дел о подкупе в пользу нескольких партий. Самое громкое дело одного из лидеров партии «Единство» Дзинтерса Закиса, которого обвиняют в подкупе избирателей в Латгалии.